уникальный состав, уникальный звук и исполнение. В Челябинск с гастролями приехало трио музыкантов – скрипачка, баянист и гитарист. Каждый из музыкантов сначала состоялся как отдельный исполнитель. Елена Реевич, к примеру, заслуженная артистка России, приглашенная первая скрипка Королевского театра Мадрида, выступает в лучших залах мира. Баянист Николай Сивчук в студенчестве стал известен не только в России, но и за рубежом. Филигранная техника и глубокая эмоциональность исполнения гитариста Дмитрия Илларионова давно полюбили зрителям и критикам. Некоторое время назад музыканты объединились в трио. Исполняют музыканты на концертах и спорят ли во время репетиций. В студии программы «Главный герой» участники уникального трио ответили на наши вопросы. И сегодня у нас в гостях музыканты Елена Реевич, Николай Сивчук и Дмитрий Илларионов. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли к нам в студию. Знаю, что в Челябинске вы каждый по отдельности были далеко не первый раз, но объединились в трио. И теперь вот трио с концертной программой приехали. Расскажите об этом. Что за программа? Лена, наверное, да, скажет. Ну, если в двух словах, то мы по отдельности выступали не только в Челябинске много раз, но вообще мы каждый сам по себе, да, у нас большой такой концертный график, но мы очень дружим давно, много лет, и в разных комбинациях и тоже выступаем. Вот мы решили сделать уже, наконец, как бы втроем, на троих программу. И подумали, вот «Танцы со временем», да, она, и подумали, что танец – это, в общем, один из таких основополагающих жанров музыки. Если так вдуматься, то действительно и в быту сопровождает человека танец, да, народный, на все случаи жизни. И большие, в общем-то, концертные формы, жанры состоят из танцев, да, и в симфониях, и в операх, и в балетах обязательно это присутствует. В общем-то, это одна из основ. Еще Кабалевский об этом говорил. Вот. Ну, и мы решили сделать программу, посвященную танцу, да, в разных формах. Сделали авторские обработки произведений великих композиторов, какие-то народные мелодии. Ну, в общем, получилось вот так. Но все-таки, как давно вы объединились? Ну, мы знакомы очень много лет, действительно. И играли даже, в принципе, в таком составе тоже неоднократно. Этой программе, мне кажется, уже года полтора сейчас на данный момент. Мы... Ну, то есть, все-таки достаточно молодая программа. Достаточно молодая, да. Но уже мы ее много где показывали, и не только у нас в стране, и по стране тоже уже поездили достаточно хорошо. Так. Вы сами каждый по себе уникальные музыканты, победители различных международных конкурсов. Это я знаю. Как человек, который тоже имеет начальное музыкальное образование, что такое конкурсы, я знаю. Когда я готовилась к интервью, меня заинтересовал Николай, вы и как обладатель кубка по баяну. Угу. Я не поняла, честно говоря, что это такое, что значит кубок деле, по баяну. Если вы наберете в интернете, вы можете узнать очень много информации по поводу этого конкурса. Это один из самых престижных международных конкурсов среди баянистов-кардистов, как в академическом жанре, так и в эстрадном. Я являюсь победителем в академическом жанре Кубка мира по баяну-аккордеону. Есть такой конкурс, он каждый год в разных странах проходит. Ну, то есть это тоже, по сути, конкурс, то есть вы исполняете произведение? Это международный конкурс, конечно, естественно. Это один из самых серьезных конкурсов. Там три тура, очень серьезное соревнование. Это вы в каком году победили? Это был 2004 год, по-моему. Повторить? А один раз только ты имеешь право победить. А зачем? Победитель уже победитель. Все. Да, это, нет, но... Всегда такая традиция, что ты можешь действительно только один раз участвовать в качестве. Если ты победил, то уже дальше... Ты не победил, тогда ты можешь снова участвовать. Ты имеешь право, да. Да, так нет. Но мы еще часто же шутим, что Николай чемпион мира по баяну. Это не совсем правильное. Да. Назвать все-таки обладатель Кубка мира. Да. Но вот люди всегда спрашивают, что за чемпионат мира по баяну? Конечно, это интересно. Куб Мондиаль, правильно. Как? Куб Мондиаль. По-французски. По-французски. Да, да. Ну, это самый престижный баянистов конкурс считается, поэтому еще и такое название. А у гитаристов?
У гитаристов есть тоже много престижных конкурсов, но мне посчастливилось в свое время выиграть конкурс в Америке, конкурс в Испании. В Америке вот этот GFA, Guitar Foundation of America, он, наверное, считается одним из самых престижных, а конкурс Чайковского, наверное, для пианистов. А, и также и в Испании, я вот говорю, были конкурсы. Ну, конкурсы уже сейчас в прошлом, мы уже сидим в жюри этих конкурсов. Да, поэтому сейчас уже довольно об этом вспоминать странно. Но все равно в биографии это всегда указывается. И мы понимаем, мы с удовольствием об этом рассказываем. Это было такое наше начало у каждого из нас. Вы сказали, вот в жюри сидите, да? А как оцениваете молодых музыкантов? Занимаются ли сейчас музыкой тоже, ну, дети, я имею в виду, много, часто? Конечно, занимаются. Ну, естественно, как бы мы, когда приезжаем в какой-то город, мы даем мастер-класс, очень часто это как бы бывает, и у меня тоже, у каждого из нас есть такие подопечные, которые ждут, да, вот, не знаю, пишут потом в Фейсбуке, мы держим связь с родителями маленьких детей. Я не занимаюсь сейчас преподаванием на постоянной основе, но я вот даю мастер-классы, да, иногда ко мне приезжают из других городов позаниматься. Да, есть фанатично любящие скрипку, в основном девочки. Ну да, 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 как-то скрипка-то, да, больше. Но раньше было не так. Раньше было не так. Это мужской инструмент, на самом деле. Он тяжелый и с таким характером, требующий очень большой физической выносливости. Но мальчики сейчас меньше идут играть на скрипке, учиться, потому что это все-таки не приносит, да, такого, ну как сказать, не находится в плоскости, допустим, понимание, что это принесет такой быстрый, хороший доход, да? Ну вот, это скорее такая какая-то немножко виртуальная, романтическая сейчас область. Просто, с другой стороны, может быть, это хорошо, потому что приходят люди, которые именно просто очень любят именно сам инструмент, без каких-то корыстных, да, ну, то есть просто каких-то таких вещей, других, вот, ну, побочных. Тогда понятно, что вот, может быть, музыка не принесет, да, такой доход, но тем не менее, если заниматься этим и в будущем стать хорошим музыкантом, тогда можно иметь доход. Это можно. Вот к вопросу о профессии, к вопросу о том, куда отдать ребенка. Ну, сейчас очень сложно с этим, честно. Я бы хотела сейчас радостно в эфир сказать, да, идите все, занимайтесь музыкой, это так прекрасно. Вы обязательно станете великим музыкантом, вы будете выступать в Карнеги-холл, если будете много заниматься, детишки. Нет, я так сказать не могу. И, в принципе, я, если придут ко мне и будут говорить, что мы хотим отдать вот на профессиональное обучение с честолюбивыми замыслами, я, скорее всего, буду отговаривать, если это не какое-то выдающееся дарование, которое всегда сразу видно, которое просто понятно, что это что-то необыкновенное, да, и этот ребенок обязательно как-то себя проявит. Если это просто хорошие способности, да, слух, пальчики, то обязательно надо заниматься музыкой для себя, для развития, для любви к искусству, для расширения вообще своего кругозора, вообще для воспитания слуха и культуры, да, чтобы человек рос. Потому что, мы знаем, что в Древней Греции музыка преподавалась наравне с математикой и входила в один круг изучения. И вот это нужно. Тем не менее, вот как говорят же, да, 10% это все-таки талант, да, а 90% это усидчивость, усердие. Это так? Вот, чтобы стать великим музыкантом и играть в Карнеги-холл. Нет, я считаю, что это не так. Нет, я считаю, что должно быть 100% таланта и 100% усердия. А, то есть вот... Да. Я такую версию не слышала. Ну, вы тоже? Здесь, на самом деле, просто то, что вы говорите, это ближе по смыслу то, что сказала Елена, на самом деле. То есть, сейчас мы не противоречим другому, да, на самом деле. Да, тоже я. Как распознать в ребенке, что у него есть талант? Это видно родителю или педагогу? Это значит, что он не может без этого жить. Это значит, что он будет засыпать и просыпаться со скрипкой, и ничего его не будет интересовать, кроме нее. То есть это будет видно потому, что человек готов отдать этому всю свою жизнь. Это бывает очень редко. Но только в этом случае. Я считаю, что надо этим заниматься вот в наших условиях. Да. Когда без этого ты видишь, что ребенок просто не может. Он плачет, он требует, он требует, чтобы его водили на концерты, он включает музыку, он сам что-то и так далее, тогда да. А если, в общем, как бы, ну так, приятно, да, что-то там, но все, тогда надо заниматься, надо отдать музыкальную школу, хорошему педагогу, вот еще раз повторю, и как бы заниматься для себя. По часам сколько нужно вот в сутки, в день заниматься? Вот вы сколько в вашем детстве начинали? Вы сколько занимали? Час, два, три? Ну, все по-разному. На самом деле, очень интересный вопрос.
И мы, музыканты, очень часто отвечают, что они не занимаются вообще, или занимаются очень мало, хотя это неправда. Конечно же, мы занимаемся всегда очень много, но в нашем уже состоянии, да, когда у нас куча концертов, много, постоянно мы находимся в турах, мы занимаемся ровно столько, сколько нам нужно. Если у нас какая-то новая программа, мы занимаемся очень много. Если ты постоянно на сцене, ты все равно продолжаешь заниматься, но поддерживая, скажем так, те или иные произведения, что тебе надо дальше играть. А в детстве, вот мое личное убеждение, что это все очень индивидуально, потому что кому-то часа достаточно, хватит. Да, часа, и это кто-то вот недавно сказал, мне очень нравится, кто-то сказал из директоров, мне очень нравится работать с ленивыми людьми, потому что ленивые люди, они пытаются за очень короткое время быстро все сделать, быстро и теперь хорошо. Просто надо его успеть в это время достать и дать новую задачу. Вот то же самое про талантливых музыкантов. Потому что мы на самом деле очень ленивые, как правило, при этом делаем очень много. И вот когда ты говоришь человеку, вот ты ленивый, да не может быть, что ты ленивый. На самом деле заниматься нужно не сколько, а как нужно заниматься. Да, ведь можно тут... сделать за на час. Результат. Да, за час можно сделать столько работы, сколько ты не сделаешь за 4 часа. Да, мы один человек, мой знакомый, такой достаточно пухлый, сказал хорошую фразу. Он говорит, что ж ты столько ешь, Володя? Он говорит, я ем ровно столько, сколько мне необходимо, чтобы выжить. И это хорошая фраза, я занимаюсь ровно столько, сколько мне необходимо. Да, а на мастер-классах, потому что невозможно же научить там, во время мастер-класса ребенка играть. Поэтому мы, на самом деле, даже чаще учим, как заниматься. Либо его, либо педагога. Вы вот затронули, да, тему репетиций совместных. А существуют ли вот в вашем трио споры какие-то? Или вот все проходит гладко? Всегда. Спорим без остановки. Но проходит все гладко. Слава богу, пока мирно. Кто-то преобладает, или вы все три лидера? Я понимаю, что, конечно, инструменты разные, но тем не менее. И, ну, у нас, конечно, неоспоримый лидер Елена. Это не так. Ну, это не так. А вот опять спор начался. Вот видите. Нет, мы, поскольку у нас тоже все инструменты разные, трио крайне необычное. Баян, гитара и скрипка – это, конечно, удивительно уникально. Поэтому здесь сложно как-то сказать. То, что касается, конечно, баяна, наверное, Коля здесь главный. То, что касается скрипки – я. Ну, мне просто, да, это правда. Что касается гитары, баяна и скрипки – это Дима. В общем, да, мы потому что тоже все, мы так или иначе, мы же, так, опять же, поскольку трио уникальное, репертуара такого нету, нам приходится его делать самим. Мы делаем приложение. Приложение мы делаем все вместе. Но, опять же, каждый заведует за свой собственный инструмент. И, соответственно, таким образом все получается. Это консенсус. Ну, в конечном итоге мы коллективно это все дело пересматриваем, что-то исправляем, добавляем. Вот и Коля, и Дима очень любят исправлять и добавлять, а я не очень, мне кажется, уже что убирайте, наоборот. Да, мы просто все друг друга уже давно знаем, и поэтому уже знаем и характер друг друга, и как-то уже наперед уже можем предположить, что кто скажет. Поэтому никаких конфликтов у нас вообще и быть не может, на самом деле. Раскройте планы на будущее. Мы возили эту программу в Испанию. Мы сыграли ее дважды в Москве в филармонии в концертном зале «Зарядье». И планируем европейские гастроли обязательно в следующем году. И планируем сделать вторую часть. Уже есть у нас план «Филармонии 2» на вторую часть этой программы. И, конечно, мы бы хотели записать диск наверняка с этой всей историей. Вообще, эта история очень востребованная, должна сказать. Просто как-то удивление. То есть, когда вторая часть появится, вы снова приедете в таком же составе к нам в Челябинск? Там. Ну, мы вам раскроем маленький секрет. Мы уже разговариваем о том, чтобы следующий год мы приехали с этой программой. Уже будет, ну, это будет зал Прокофьева. Вот, будем надеяться, что мы скоро увидимся. Ну да, ну и, естественно, у каждого из нас планы... Без трио тоже существует огромное личные. Количество концертов отдельных. И, естественно, все расписано у нас, как правило, достаточно наперед. И я знаю, что у Николая тоже сольная история, и у Лены, и у меня. Лена, например, потрясающе выдумывает интересные проекты, связанные с театром. И не только. Не только я, да. Но он тоже немножко. Каждый посыл. Поэтому, да, может быть, и челябинские зрители увидят тоже что-то и другое, но пока в ближайших планах вот этот наше трио, которое нам очень нравится. Понятно. Спасибо вам большое. Желаем вам удачи. Обязательно приезжайте к нам еще, потому что я думаю, что челябинские зрители, конечно же, оценят вашу игру. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у нас были музыканты Елена Ревич, Николай Сивчук и Дмитрий Илларионов. Меня зовут Юлия Анфалова. Увидимся на телеканале «Урал-1».